Давайте посмотрим, как Светлана удачно подчеркнула свои формы при помощи блузы Los Rios. 1299 рублей. Вот оно наше самое специальное предложение. Надя, как стилист могу сказать, что о такой блузе может мечтать каждая модница. Потому что меня впечатлила эта блуза прежде всего ярким дизайном. Вообще сегодня многослойность в моде. Поэтому если мы посмотрим на эту блузу, складывается визуальное ощущение, что здесь две базовые модели. Жилетка и шифоновая блуза. Ну вот и все карты раскрыла. Но только представьте, сколько бы стоила такая двойка, да, две отдельные вещи. Ну, порядка 5000. Вы значительно экономите. Плюс еще сегодня очень выгодные предложения по доставке. Набирая на сумму 3900, вы получаете бесплатную доставку. Наши блузы представлены в 4 расцветках, и меня всегда радует, когда у вас есть выбор. Я, например, выбираю яркий василек. А для тех женщин, кто предпочитает оттенки бордо, один из самых сочных, вкусных и популярных оттенков этого сезона, выбирайте сочный бордо. Сочный бордо. Это блуза а-ля двойка. Встречайте темно-синий. Света, как мне нравится с подбор ткани. Да, как сочетание. Сюда подходят эти цветы. Мы обязательно поговорим об этом. Надежа, для тех женщин, кто любит пастельные оттенки, более спокойную палитру, мы предлагаем вам сухая роза на коричневом фоне, горький шоколад. 4 цвета отыграли, а сейчас давайте выберем ваш размер от 50 до 60. Да, хочется посмотреть, как эта блуза сидит на фигуре, потому что она абсолютно преображает женщину, делая ее силуэт идеальным. То есть мы как бы замаскировываем недостатки, подчеркиваем достоинства. У нас есть, кстати, уже модель в студии. Давайте посмотрим на то, как сидит эта блуза. Мне очень нравится, что сегодня я и Лали выбираем яркую юбку Агния. Я выбираю яркий бордо, а наша Лали успокоила зону низа именно бежевыми оттенками. Я советую вам, как стилист, если вы любите или элегантную, романтичную одежду, это ваш выбор. У Лали 54 размер. Блуза Los Rios на нашей модели размер в размер. Вот, Надя, для тех женщин, для кого кажется, что эта блуза слишком обнимает фигуру, я советую выбрать на размер, а то и два больше. Да, больше, ага. Если у вас есть секреты в зоне бюста, полноватые ручки, возможно, талия, которую бы вы хотели скрыть, выбирайте блузу на два размера больше. У меня 52, на мне блуза 56. И это при том, что у Светланы нет каких-то явного перебора в зоне, допустим, груди. Поэтому очень важно посмотреть на этот вопрос и заказать по рекомендации стилиста. Но, кстати, вот сейчас и показывает нам Лали, как блуза. Она тянется! Потрясающе! Давайте познакомимся с материалами. Тем более здесь есть на что посмотреть. Сама по себе блуза Los Rios – это микс двух материалов. Высокое качество декоративного шифона и вискозы – подарит вам самые приятные тактильные ощущения. Надюшенька, вот для меня, как для женщины, которая постоянно активно и занимается делами, очень важно, как вы будете чувствовать себя. Мягкая, нежнейшая, легкая шифоновая ткань. Кто от нее откажется сегодня? Ну, я знаю, что вообще шифон – это любимая ткань Светланы Воронцовой, и я хочу, чтобы все телезрительницы опробовали на себе все прелести современного шифона, потому что это не только красиво, это теперь еще и прочный и удобный материал. Ну а стоимость нашего суперспецпредложения на сегодня составляет 1299 рублей. И я хочу сказать, что сегодня вы, делая покупки, значительно экономите еще и на доставке, потому что набираете всего лишь на сумму 3900 и уже не платите за доставку. Набирая на 6000 рублей, вы получаете в подарок от нашего телеканала термокружку. Ну а если вы накупите сегодня себе подарков на 8000, вы получаете мобильный телефон. Если набираете на 12 тысяч рублей, получаете мультигриль-пекарь. Предлагаю вернуться к нашему специальному предложению дня. Итак, блуза меня покорила еще и тем, что наша блуза может трансформироваться, особенно это касается зоны горловины. Пока Наденька рассказывала вам о выгодных приобретениях сегодня, я проводила эксперименты с нашей блузой. Галстук превратился в стильный бант. Для тех женщин, кто бы хотел более соблазнительный верх, рекомендую увеличить эту зону именно бантом. Для тех женщин, у кого богатая зона верха, лучше бант не завязывать, а оставить галстук. Тем самым вы удлиняете свой силуэт.
Очень интересно, то есть мы можем еще и поиграть с этим элементом, если вы мечтаете о более пышном бюсте, завязывайте бант, или если вы мечтаете сделать ваше достоинство поскромнее, завязывайте галстук. И это еще не единственный вопрос, как можно поиграть с этой блузой. Да, здесь у нас имеются манжеты не только на рукавах, но и внизу изделия. Это позволит вам регулировать длину, посадку. Смотрите, вы, если захотите подчеркнуть свои стройные бедра, просто поднимаете блузу повыше. Если вы хотите их закрыть, вы опускаете ее. И за счет манжеты вы можете все скрыть внутри. А тем самым также можете регулировать длину рукава. За счет эластичной текстуры манжеты вы можете сделать длину рукава 3/4. Самые проблемные зоны, именно подмышечная, все закрыто. Легкая шифоновая ткань позволит женщинам чувствовать себя свободно. И не забывайте, пожалуйста, о том, что сегодня восточная тематика принта является трендом 2017 года. И обязательно помните о том, что мы берем блузу на 1-2 размера больше, в зависимости от ваших особенностей. Чем пышнее грудь, тем лучше взять на 2 размера, даже поболее. Выбирайте свой цвет, получайте цену только сегодня. Вы, кстати, можете взять 2 цвета разных и получить абсолютно 2 разные блузы. Надюше раздаются звонки в колл-центр, наши операторы передают его в прямой эфир. Итак, многие женщины спрашивают, Света, можно ли носить такую блузу с пиджаками и кардиганами? Можно и нужно. Особенно сейчас, когда впереди самый холодный месяц, февраль, мы надеваем яркую стильную блузу, но утепляемся за счет жилета, кардигана, пиджака. И могу сказать вам о том, что у вас уже есть яркий аксессуар. Ну вот, этот стильный галстук-бант. Ну вот, кстати, очень хорошо то, что рукава у нас шифоновые. Многие женщины, заходя, например, в автобус, в метро, слишком густо одетыми, да, скажем так, начинают себя чувствовать некомфортно. И когда руки обнимает нежный, дышащий шифон, вам, конечно же, приятно. Вот, кстати, Татьяна Симоновна из Астрахани, да. Целых две блузы. Целых две блузы. Дорогая наша. Надюша, могу сказать, что это отличный подарок на день рождения, на 8 марта. Предстоящие праздники, повод для мужчины порадовать свою любимую женщину. А я, как стилист, могу вам сказать, я обожаю нестандартные вещи. Когда в магазинах продают однотонные блузы, да, это красиво. Но поверьте, 2017 год, год огненного петуха, дарит возможность женщине проявить себя, подчеркнуть свой утонченный стиль. Поэтому сегодня наша блуза Los Rios — подтверждение тому, что, появившись в обществе, вы все продемонстрируете утонченный стиль. Утонченный стиль и соответствие моде, соответствие самым последним тенденциям. Вам не нужно никуда ехать в Париж, в Лондон, чтобы участвовать в самых современных показах и получать самые ультрамодные вещи. Для этого вам нужно просто смотреть телеканал Shop & Show. Блуза ждет вас в 4 расцветках за 1299 рублей. Это подарок. Если вы любите носить брючные ансамбли, не отказывайте себе в этом, потому что длина блузы можно регулировать. А как еще женщина, могу вам точно сказать, вы сэкономите не только свои средства при покупке этой базовой стильной модели, но еще и время по уходу. Обычная стирка при температуре 15-20 градусов, порошок для темного белья. Гладить лучше при деликатной температуре.